Тюмени выбрали лучшего школьного повара. Конкурс проводился в два этапа. Сначала интернет-голосование, только потом лучших допустили к плите. Кулинарам нужно было приготовить горячее блюдо из мяса на все ровно час. Так, например, повар с 30-летним стажем Наталья Суслова готовила телятину с кедровыми орешками. Судьи оценивали оригинальность блюда, его оформление и, конечно, вкус. Повара стараются в школе готовить, а сейчас уже и по-современному. Уже у нас и конвекторные печи, оборудование совсем другое, больше уклон на паровое питание. Вот мне предложили сейчас, иди в ресторан, я бы не пошла.